Еще один, уже 33-й ФОК, открылся в Нижегородской области. В этот раз повезло городу Городец. Для горожан торжественное открытие стало долгожданным подарком. Рада, что наши дети будут заниматься в таком замечательном здании. Вот у нас не было ледовой площадки. Сейчас, наконец-то, будет. Мы очень рады этому, потому что будем водить своих детей сюда. Мы уже выбрали бассейн вот с подругами, будем ходить обязательно, потому что нам приходилось ездить в другое место. Так что вот. А дети выбрали и футбол. Мы с друзьями будем ходить, заниматься в спортивный зал, в бассейн, на лед. Очень хотели лед, потому что у всех есть, а у нас как бы не было этого. В открытии принимали участие главные лица области. Губернатор Валерий Шанцев, министр спорта Сергей Панов, депутат ЗАГС Собрания Сергей Зуденков, а также звезда российского тенниса Марат Сафин. Все они подчеркнули важность открытия таких спортивных комплексов. Показателем нашей спортивности, скажем так, является количество медалей, которые наши спортсмены завоевывают на первенствах мира, Европы. В два раза увеличилось количество медалей, а количество ребят, которые побеждают на молодежных первенствах и выступают в составах молодежных сборных, нас, честно говоря, вызывает гордость. Я думаю, что следующий олимпийский цикл будет циклом Нижегородской области. Необходимо спортом заниматься с раннего детства. А для того, чтобы заниматься с раннего детства, необходимы вот такие замечательные дворцы спорта. Во время открытия губернатор сообщил радостную новость. Программа строительства ФОКов продолжится, и в скором времени в области появится еще 15 физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах области. Продолжать будем строить ФОКи. Программа эта шагает широким шагом. Там надо строить еще, наверное, около 15 ФОКов, чтобы только первую очередь закончить. В каждом районе должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс. А это значит, что нижегородцев, ведущих спортивный образ жизни, с каждым днем будет становиться все больше.